Уже в эти выходные в нашем городе стартует турнир «Зимний мяч 2018», на котором встретится сразу несколько любительских команд. В течение 2 месяцев спортсмены будут бороться за главный приз соревнований. Зимний мяч может играться и зимой. Поле, в принципе, почищено, зеленое, почти как летом, но только с снежком. Собираемся мы его здесь проводить. Формат такой же, как и летом, 11 на 11. 11 в поле, то есть 3 судьи, медик на игре. В этом году на поле встретятся 8 команд. Им предстоит сыграть друг с другом по 5 матчей и побороться за призовые места. Как отметил председатель Федерации футбола города Сарова Анатолий Куликов, в этом сезоне сократится время игровых отрезков и длительность самого чемпионата. Команды будут играть таймы по 35 минут. Еще один нюанс зимнего футбола, что люди, которые будут у нас выходить на замену, чтобы они не мерзли, не стояли, у нас будут разрешены обратные замены. То есть 5 минут поиграл, 10 отдохнул, 15 поиграл. Ну, то есть чтобы как бы все люди в тепле находились и в движении. Следить за расписаниями игр турнира можно будет в официальной группе ВКонтакте «Все о футболе в Сарове». Первая игра на запасном поле стадиона ИКАР пройдет 22 декабря в 11:00. Вход свободный. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».